Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис, и сегодня мы, конечно же, рассмотрим какого-то нового монстра. Потому что у нас сегодня рандомный гайдец. Да, качаю я корм, прохожу акцию, как обычно, эти тортики. Сейчас покажу вам, сколько я уже корма накачал. Что у нас тут интересного? Понятно, ничего интересного. Так, по поводу корма. Ого, 166 из 100. Ну, вы понимаете, да, занялся я немножко акцией. Вот, куча троек уже раскачал, повыбивал чего-то многого. И теперь посмотрите, сколько у меня двухзвездочных раскачанных до 20 уровня. Блин, это ахинея полнейшая. Ого-го. Как будто готовлю какой-то сатанинский обряд. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Ладно, в общем, рассмотрим, на кого же сегодня у нас будет гайд. Давайте пишем правильное число. 81. 15. Был ли у нас монстр по цифре 15? Да, уже был. Один тоже был. 47. 47. А вот 47 у нас еще, я так понимаю, нет, не было 47. Вписываю сразу 47. Ну и, конечно же, переходим к игре. Закрою я браузер, чтобы нам не мешал. Так, монстры 47. Интересно, какой-то четырехзвездочный, наверное. Ну и по привычке мы, конечно же, начнем с фейки огня. Итак, понеслась. Итак, цифра 47. Я не ошибся, да, 47. Это у нас будут Ракшаши. Ракшаши — хорошие персонажи на самом деле. И сам я давно ждал этого гайдица. Ну и сейчас поведаем, да посмотрим, что из них и кто может. Да, вот, не эвейкнутая версия. Ну, конечно же, эвейк более такая раскрепощенная, с плеточки, все дела. В общем, так, перейдем к представителю, конечно же, огня. Представительница огня, зовут ее Хва. По своей классификации, конечно же, это атакующий монстр. По скорости, скажу так, и вообще в плане статов неплохо. Скорость 104, что больше, чем, назовем так, немножко больше, чем средний показатель. Средним показателем, я считаю, это 100, потому что есть монстр там чуть бы не с 90 скоростью, есть те, у кого там и 126. Да, приблизительно так. Итак, перейдем к скиллам. Первый скилл — размах, атакует кнутом и замедляет скорость атаки врага на 2 хода с 50% шансом. Степень урона зависит от скорости атаки. То есть вы понимаете, урон, кстати, насчет первого скилла достаточно мощный, но опять же это, конечно же, прямо пропорционально вашей атаке и, конечно же, скорости. То есть скорость не так, конечно же, влияет, как сама атака, но все-таки тоже дает неплохой прирост к дамагу с первого скилла. Плюс полезный дебаф на 2 хода замедления. Это действительно неплохо. Второй скилл — пламенный размах, атакует огненным кнутом и наносит продолжительный урон на 3 хода, то есть еще сильнее тычечка, скажем так, плюс дополнительно накидывает дебаф, если, естественно, он прошел, дебаф на продолжительный урон, то есть дот Damage over time на 3 хода. Тоже полезно, на самом деле. 15% хп снести любому монстру — это тоже неплохо. И перейдем к третьему, конечно же, самому интересному, что есть у этой Хвы. И за счет чего, и, конечно же, я ее считаю абсолютным топом. Топом не из-за того, что она вообще супер там дамажная и тому подобное. Она самая юзабельная из всех представительниц этого класса. Потому что ее реально можно юзать, ну, почти везде. Но к этому мы перейдем чуть позже. Пламенный кнут. Пассивное умение ее. То есть вот, понижает индикатор атаки врага на 25%. И наносит еще один урон с 20% шансом. Скажу так, что пассивка распространяется, конечно же, что на первый скилл, что на второй. Приятно, допустим, ну, если рассмотреть первую часть этой пассивки, понизить атак бар на 25%, конечно же, то есть четверть атак бара снизить, следовательно, даст вашей возможности, вашей хве, если она очень быстрая, то есть чуть бы не походить сразу же, в зависимости от того, кого вы, конечно же, атакуете. Если вы атакуете медленного монстра, а ваша хва чуть бы и так сама по себе не в два раза быстрее, следовательно, она сможет походить там чуть бы не еще раз. Ну и это, конечно же, умение очень полезно там против всяких боссов, да любых монстров, которых вы не хотели, чтобы они походили вот-вот сейчас. Да, и вторая часть этой пассивки — и наносит еще один урон с 20% шансом. То есть у вас есть возможность два раза ударить с первого скилла, два раза ударить со второго скилла, к примеру, что особенно примечательно для второго скилла, вы накинете 2 дота по 3 хода, а это уже 30% здоровья снесут эти доты. Но опять же, естественно, точность, резист и тому подобное, это влияет на эти скиллы.
Конечно же, добавить, наверное, и нечего к этому умению. Единственное, что вот из-за ее умения она, конечно же, и является таким, наверное, супер-мега-топом в игре. Все хотели бы получить эту Ху. Я сам до сих пор за последних, сколько там я играю, уже год и два месяца, мне она не выпала. Поэтому в дальнейшем было бы неплохо, если бы она выпала. Где бы я ее юзал? Конечно же, я бы ее юзал на Драконе Б10, на ГВ, на Арене бы я ее юзал. Даже в Башне бы проходил бы некоторые этажи побыстрее, да, так как замедление и снижение атак бара против боссов очень неплохо работает. Также вот с недавних моментов, недавних пор добавили всем Ракшашам свои лидерки, то есть у нее лидерка дает 19% крит у удара, то есть 19% шанс крита повышает. Работает эта лидерка, конечно же, везде. Насчет того, насколько она полезна, говорить я не возьмусь, наверное, но если у вас нет вообще никакой лидерки, то, конечно же, уже приятно, да, что у Хвы есть хоть какая-то вот такая вот полезная лидерка, работает, опять же, напомню, везде. По рунам, конечно же, если забегать об этом персонаже, какие руны на нее можно поставить? Здесь, скажем так, бюджетного варианта, наверное, не сыщешь, потому что Хву можно одеть что в очень хороший Свифт, что в очень хороший Виолент. Но это два таких очень хороших комплекта. Все другие комплекты как-то будут плохо на ней, да, сочетаться. Всякие там я видел Хву и в Фатале, и в Рейдже, но, наверное, это не то. Хва, как ни крути, больше позиционирует себя как саппорт, который может еще и выдать дамагу, да. Саппорт, который понижает атак бар, который закидывает дот, закидывает замедление, плюс еще и, возможно, действительно два раза жахнуть там с каждого скилла. И это действительно, я считаю, приятным. Плюс, почему я ее считаю саппортом, если вы оденете ей Виолент, она походит 2-3 раза, к примеру, с Виолента, да, так еще и прокнет вот по несколько раз вот эта вот пассивка, так вы можете боссу там чуть бы не со 100% атак бара снизить его до нуля. Это тоже зачастую приятно, не даст возможность какому-то там боссу, либо вообще персонажу, там какой-то, к примеру, часунке, да неважно кому, кого вы там хотите законтролить, в игре не походить. Видел я даже Хву в Деспайре, но это был вообще ужас, если честно. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. О, это приблизительно как Рину и Хво, и Рину и Хлою одеть в Деспайр, ну, короче, точно такой же бред. Ну, каждый, конечно же, занимается всякими делами, как он хочет, но все-таки, я считаю, для нее 8 из 10 человек выберут очень хороший Виолент, скоростной Виолент, и остальные уже так по ситуации, если у вас там есть две Хвы, почему бы нет, одну можно сделать очень скоростную, чтобы она походила там чуть бы не первой, а вторую Хву можно одеть такую более, ну, что ли, юзабельную везде, то есть в Виоленте. Что по статам? Конечно же, во второй слот я ей советую поставить это скорость однозначно. Никаких там атак, защиты и тому подобного бреда. Чем чаще будет ходить ваша Хва, тем лучше. Реально, никаких ситуаций не может быть, если у вас стоит во втором слоте там какая-то атака. Это полный, абсолютный бред. Если у вас сейчас это стоит, пожалуйста, удалите нахрен эту руну и поставьте скорость. Не портите такого прекрасного персонажа. Четвертый и шестой слот, чтобы я поставил, это, скорее всего, ну, тут уже зависит, знаете, есть разные меты. Кто-то на Хво одевает через критикал дамагу, кто-то критикал шанс, кто-то ей ставит, допустим, атаку. Здесь уже, ну, извращайтесь как хотите. Единственное, что я скажу, и давайте, наверное, все-таки оглашу и шестой слот. Шестой слот ставит зачастую либо атаку, либо фокус. Но, скажу так, я, наверное, ближе к атаке, наверное. Но, опять же, это зависит от допов, которые у вас выпали на точность. Скажу так, Хва далеко не простой персонаж, если она вам выпала чуть бы там не на 10 уровне, ее очень тяжело будет для вас одеть. Очень тяжело, так как Хва очень требовательная стерва, ей нужно как ХП, ей нужна атака, ей нужна скорость, что для нее чуть бы там не в приоритете. Ей нужен желателен крит шанс побольше, атаки, если вы хотите, чтобы она еще и дамагу наносила, точности как можно больше. Ну, наверное, только резист и защита не особо ей нужна, а так действительно персонаж, чтобы показывал свой абсолютный класс, всю свою силушку богатырскую. Ведь ты же знаешь меня, запри своего парня дома, он подсел на мой голос, это как секс по телефону. У нее должны быть все эти статы, ну, просто по максимуму, я не знаю,
хорошая хва, неплохая, но приблизительные статы у хвы такие, как, допустим, атаки родной там, ну, к примеру, 800, да, я не помню, сколько у нее, плюс где-то 800-1000, крит шанса чуть бы не 70, крит урона чуть бы там не 150, еще и точности под 80-90, даже ближе к 100, еще и скорости где-то 190, вот это, наверное, офигенная хва. Но таких статов добиться очень тяжело. И то, что вы сейчас все слышали, наверное, лучше забудьте на ближайшие моменты. Но все-таки многие умудряются одеть хву более-менее хорошо, сделать ей как можно больше точности. Я бы с ней сделал все-таки не дамажащего персонажа, а все-таки больше саппортящего. То есть я ей сделал бы около 100 точности, ну там 85 плюс я бы сделал ей точности. Скорости под 190 постарался бы сделать Виоленте. Не знаю, насколько бы у меня это получилось. Даже вот Виолент, либо какой-то там второй слот. Кстати, по второму комплекту, чтобы я на нее одел, тут тоже уже по ситуации, честно, кто-то даже одевает контратаку, кто-то одевает Блейд, кто-то одевает Энерджи. Второй сет, смотрите, серьезно, сами, что хотите, то и ставьте. Некоторые даже ставят на нее забыл, Немезис, то есть сет Месть, по-моему, называется, то есть чем меньше у вас хп, тем быстрее она восстанавливает себе атак бар. Тоже где-то иногда, знаете, работает, чаще будет ходить, еще и в ответ может неплохо навалять, за счет потери своего хп увеличивает скорость, это тоже где-то решабельно. Поэтому на хву, так скажем, за 5-10 минут и не расскажешь, какие руны там и всего остального и так далее. Но вкратце я вам огласил, если вы что недопоняли, пожалуйста, перемотайте видео и просмотрите его еще раз. Дальше перейдем к воде. А, вот еще одна штука насчет, стоит ли тратить на нее девилмонов или нет. Скажу так, наверное, больше нет, чем да. Я понимаю, девилмоны — это возможность чаще походить, допустим, вторым скиллом, первым, но на практике, знаете, хвой чаще ходит первым скиллом. Почему? Потому что замедление накинуть, и я расскажу, почему замедление накинуть приятнее, чем, допустим, тот же дот. Потому что враг походит медленнее, но где чаще юзается первый скилл? Конечно же, на арене и на ГВ. Это уже, честно, не ко мне, я не владею этим персонажем, я лишь замечаю, как атакуют этим персонажем враги, и атакуют чаще всего через первый скилл, а не второй. Многие не согласятся, скажут, вау, там же на втором скилле дот и все тому подобное. Знаете, Вердехаэль тоже со второго скилла бьет чуть сильнее, но все-таки юзает первый скилл. Да, я сравнил очень разных персонажей, но где-то они в чем-то похожи. Насчет девилов, если у вас есть какая-то первородка, либо более стоящий персонаж типа Часунки, я не знаю, там... кого там еще можно сказать. Ну, в общем, таких вот персонажей, то лучше слейте девилмонов им. Даже тому же Баретти более принципиально прокачать скиллы, чем хве. Хва может, если честно, и подождать. Но это мое мнение, я могу ошибаться. Перейдем к воде. Зовут ее Су. Персонаж тоже достаточно интересный, но более позиционирует себя как ПВП, плюс, ну короче, арена, ГВ, и очень редко где заедет в данжах. То есть Кайрос, допустим, в этом, в башне она нафиг не нужна, это так, заведомо и наперед могу сказать. То есть 90% людей ее юзают только на арене и на ГВ, если кто ее и прокачал на 6 звезд. Я не буду судить, корм она или не корм, то есть дамагу она все равно выдает и действительно неплохую. То есть хорошая Су может и Арнольда заваншотить в раскол. Это дело рун, конечно же. Первый скилл, ну, рассматривать не стоит, у них, у всех они одинаковые. Так, второй скилл, я такой... А вот, второй скилл уже немножко другой, быстрый размах, атакует 3 раза подряд и при критическом ударе наносит продолжительный урон на 2 хода. Что скажу по этому персонажу, и сразу, если рассмотреть второй скилл, где она вот сразу, такие вот мысли, где же бы она была полезна, ну не считая вот арены, допустим, 3 раза атаковать, да, где-то это будет минусом, допустим, на таком боссе, как гигант, да, может быть минусом, но все-таки, допустим, если 3 раза она кританула, что и намекает, что Су нужен крит шанс чуть бы не сотня, это действительно для нее приоритетно, и во второй слот, в четвертый слот я бы, наверное, поставил бы крит шанс, ну, либо всеми допами старался бы сделать ей, ну, как можно больше крит шанса, потому что из-за этого второй скилл ее будет намного полезнее, намного, действительно. Лучше не добрать где-то атаки, но сделать больше крит шанса, что даст вам дополнительно еще накинуть дот, а дот может нанести еще 10% хп, поэтому я бы поставил бы, сделал бы ставку на крит шанс, а не на атаку, скажем так. Вот, то есть на боссе действительно может быть полезен этот скилл, хоть и 3 раза атакует, но зато оставить 3 дота по 2 хода, то есть в сумме-то сколько там, 10-30% снести, тоже достаточно приятно. Третий скилл атакует и восстанавливается на 50% от нанесенного урона. Ну, к примеру, тут легко посчитать, я просто не знаю,
что там апается, по-моему, на откат, урон и все такое. То есть деликатный кнут, ничего себе такая вообще. Вот, то есть вы нанесли, допустим, там, к примеру, 20 тысяч урона, на 10 тысяч отхилились. Математика проста. Данная атака гарантирует оглушение на один ход, если твоя атака пришлась на врага, находящегося под действием двух и более ослабляющих эффектов. В общем, прям гарантирует оглушение. Вот здесь, знаете, я не могу взяться судить, потому что у меня ее никогда не было. Точнее, кормом она висит у меня, но я ее не тестировал. Я надеюсь, что описание все-таки правильно. И вот это вот слово гарантирует, то есть этот резист, стан никак нельзя зарезистить, если на персонаже висит 2 и больше каких-то дебафов. Вот на что и намекаю, да, вы можете походить вторым скиллом, накинуть, ну, допустим, хотя бы 2 дота из 3 возможных, и тут же походить, если Виолент прокнул, либо там через ход третьим скиллом, либо там вам помогут ваши сопартийцы какие-то, и вы можете сразу кого-то законтролить и оглушить на один ход. Понятное дело, что это не работает в иммунитет, это логично, я думаю, здесь никто не оставит своих комментариев, да, вот таких вот подобных. Поэтому вот насчет гарантирует, я очень надеюсь, что действительно она 100% станет. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Как Hell Lady ветра, когда у персонажа меньше 30% хп. Это действительно будет неплохо. Плюс, вы понимаете, она еще и отхиливается. Перейдем к лидерке сначала, потом поговорим о рунах. Блин, не то нажал. Лидерка увеличит силу атаки союзников на 25%. Ну, скажу так, наверное, вообще бесполезная лидерка. Да, есть и получше лидерки. Наверное, даже у той же Хвы более полезная лидерка. Но, опять же, это зависит от ситуации, есть у вас хорошая лидерка или нет. Поначалу на арене, конечно же, можно ее взять, да и везде, если у вас нет лучшей лидерки. Что взять и что рассказать по поводу рун, чтобы на нее взять такого? Я видел Су, которая одета даже в вампирике, почему бы и нет? То есть третий ее скилл вместе с вампириком суммируется. То есть она отхилится не на 50%, а сколько там вампирик? 35%, по-моему, дает. То есть на 85%, если я не ошибся там в этой руне, давно я не смотрел ее. То есть это тоже достаточно приятно. Плюс она будет хилиться что с первого скилла, что со второго скилла. Ну и очень сильно будет хилиться с третьего скилла. Знаете, Су, которая не нанесет очень много дамаги, но зато будет очень долго жить, это тоже порой раздражает. Знаете, иногда нападаю на нее на арене, и порой она меня даже где-то раздражает, подхиливается жестко, и сразу видно, когда она одета в вампирике, потому что с первого, со второго скилла она также хилится. Но это понятно и логично. Также во что ее одеть? Наверное, я бы ее одел все-таки либо в очень хороший и сильный фатал, чтобы она выдавала именно дамагу и подхилилась, естественно, с нее, либо все-таки Виолент, чтобы сделать с нее такого более, ну не то чтобы саппортящего ДД, а как бы это назвать, чтобы она чаще накидывала доты и чаще имела возможность кого-то станет с третьего скилла. То есть сделать с нее такого ДД полусаппорта. И звучит это как-то стрёмно, но на практике это действительно работает, и у многих она так и одета. По статам здесь, наверное, еще труднее, потому что, опять же, смотря что вы с нее хотите сделать. То есть во второй слот я в любом бы случае поставил бы скорость. Но это такой ДД, который должен ходить действительно быстро. Это не какая-то там Валькирия Ветра, это не какой-то Люшен, которым во второй слот, ну, вообще напрочь нет смысла ставить скорость. А вот таким вот, как Рексашам, им вариант поставить любой Рексаше, вариант, то есть наперед, это скорость. То есть я и не буду обсуждать наперед, что там поставить во второй слот, там тьме и тому подобное. В четвертый слот, опять же, ей я советую, если вы не можете топами собрать крит шанс, это на самом деле не так уж и легко, без четвертого слота собрать 100% шанса крита, это почти нереально. Но тогда, если у вас проблемы с этим, почему бы нет, в четвертый слот можно поставить какой-то крит шанс, Виолент, там крит шанс, либо там второй слот на нее можно что поставить, ну, наверное, Блейд это будет лучшим вариантом, плюс 12% шанса крита, чтобы еще больше иметь возможности набрать вот этот максимальное количество шанса крита, чтобы она наносила доты, закидывала доты со второго скилла, ну и просто, чтобы больше дамажила. В шестой слот я бы и поставил, конечно же, атаку. Атаку здесь не обсуждается, а вот допами постарался бы собрать бы ей еще и точности побольше, чтобы она закидывала замедление с первого скилла,
скилла, чтобы она закидывала доты со второго скилла. В общем, превысить вот этот вот резист врага. То есть для данжей хватит, наверное, 30-40, а вот для ГВИ арены там уже нужно за 50. Но опять же, персонаж требователен к хорошим рунам. Насчет прокачки скиллов, да, я советую ей, если вы хотите ее и видите ее как основного вашего водяного ДД, то есть, конечно же, я советую прокачивать ей скиллы даже девилами. Но, опять же, есть много более приоритетных персонажей, которым бы я прокачал скиллы, типа там, опять же, той часунки, если она у вас, естественно, есть. Либо, конечно же, первородки. Первородки всегда приятнее качать скиллы. Ветер. Ветер, ее зовут Йен. Персонаж, наверное... Ну, если вот сравнить с водой, вот они где-то в чем-то похожи по юзабельности, потому что вот то, что я сказал о Су, то же самое можно отнести и к Йен. Тоже арена, тоже ГВ, и также можно юзать в Кайросе, можно юзать на гиганте, почему бы и нет. То есть второй скилл у нее идентичный, точно такой же, как у водяной. Единственная разница, это, конечно, в третьем скилле, в пассивке. Ну, первый, второй скилл мы уже, так скажем, рассмотрели. Третий скилл, пассивка, танцующий кнут, пассивный. По завершении хода обретает дополнительный ход с 15% шансом. Что скажу о пассивке? То есть идентичная работа Виолен-Сету. Абсолютно то же самое. Единственная разница, это процент. Здесь он, конечно же, 15% всегда. То есть у вас может прокнуть там и 50 раз подряд, но, конечно же, это фантастика и тому подобное. Ну, у Виолента, вы знаете, первый шанс 22, потом идет около 12, на третий ход там вообще чуть бы не процентов 5, и он все снижается и снижается. То есть 4 раза с Виолента походить почти нереально. Вот, а у Йен это достаточно хороший шанс, но все-таки, знаете, там 22%, и то не всегда прокает, когда вы атакуете, да. Я думаю, вы это замечаете, не у всех просто премиум аккаунт, как у меня есть. А здесь 15%, и это еще реже происходит. Но, знаете, когда она начнет, назовем так, распрыгиваться и ее прет на ее пассивку, ох, она наваливает. Часто мне кидают ролики, я вижу сам на ютубе, нахожу ролики, там где-то просто от фонаря что-то поискал, где-то Йен так шмалит, раз 10 попрыгает, так ее еще и советую, очень советую одеть в Виолент, для того, чтобы ей этот шанс походить там с первого, со второго скилла еще больше повысить. То, и никогда не путайте, Виолент сет плюс ее пассивка не стакаются, они не суммируются, даже правильно вот так будет выразить, то есть 22% плюс 15% не будет, то есть ошибочно размышлять, что у вас появится шанс 37% того, что вы сделаете дополнительный ход. Нет, это абсолютный бред. Работает это как? У вас рассчитывается 22%, если они не прокнули, после этого у вас рассчитывается 15%, и если они не прокнули, ну значит, вам вообще не повезло. То есть, вы зачастую даже не будете понимать, прокнул у вас Виолент, либо прокнула у вас пассивка. Но на самом деле это повышает ваш, естественно, шанс на то, что вы походите еще раз на дополнительный ход. Что еще скажу о пассивке, так как я этого не оговорил, так же, как у Виолента. К примеру, ваша Йен была в стане и прокнула ваша пассивка, пускай даже ваша Йен будет голая, без какого-то там Виолента, у вас все равно будет возможность сразу же после стана походить, если прокнула ваша пассивка. Это тоже где-то, знаете, может зарешать, потому что многие недооценивают этого персонажа, особенно когда она стоит в дефе. Да, этот персонаж плохо себя показывает в дефе, он все-таки атакующий, но знаете, иногда застанил вот так вот Йен и думаешь, а, все, она в стане, следовательно, она не походит. Еще и некоторые одевают Йен в вампирик, я не знаю зачем, ну, из-за того, что она отхилилась первого, второго скилла, ты уже понимаешь, что тут что-то не то. Да, неладно. Следовательно, она одета в вампирик. И ты ее застанил и думаешь, так, все, Йен можно не обращать внимания. Тут она выходит со стана и сразу же ходит по тебе 10 раз. Пипец. В общем, вы поняли. Лидерка увеличит силу атаки. Я не знаю, точно ли такая же лидерка, как у водяной? Возможно, здесь корявый перевод. Не знаю. Ну, в общем, лидерка так себе, вы понимаете. Если она это же и дает, вот 25% силу атаки, то такой себе бредик. По рунам, что о ней можно сказать? Это, конечно же, либо Виолент, либо хороший Фатал, либо Рейдж. Да, Фатал, Рейдж, я их могу сопоставить одновременно, но все-таки я ее вижу больше в Виоленте. Вот вся ее краса, я уверен, проявится больше в Виоленте. Вот если уж попрокает, если уж начнет она танцевать, да, с этим кнутом, ох, вот это будет люля хорошая. Действительно, дамагу сможет выдать неплохой персонаж, на самом деле неплох. В плане прокачивать ей скиллы или нет, опять же, если это ваш основной ДД, ветреный, у вас нет там какой-то Валькирии, Ветра, Люшена, который в разы быстрее может разнести команду и более юзабельным, я считаю, чем Йен,
то тогда можно, почему бы и нет, Йен тоже прокачать скиллы. Перейдем к очень интересному персонажу, скажу так, даже уникальному персонажу в этой игре, так как то, что может она, не может сделать, наверное, да не наверное, а 100% ни один персонаж. В этом, конечно же, и уникальность самой вот этой вот панк. Прикольно, у нее черные перчаточки. И сиськи! Вообще такая, она на какую-то афроамериканку похожа. Ладно, первый скилл понятно, второй скилл, такой, ну, продолжите. То есть точно такой же скилл, как у огненной. Третий скилл, чем она и уникальна. Лютый кнут. Увеличивает ослабляющие эффекты на один ход. Если здоровье врага меньше 50%, повышает урон на 30%. О, вот вторую часть пассивки я ее вечно вот забываю, опускаю, знаете. То есть, так скажем, фаталити она может нанести очень жесткое. То есть, когда вы добиваете, назовем так, персонажа, у него меньше 50% хп, у вас еще и урон на 30% повышается. Это неплохо, знаете, панк может выдать неплохое жопа фаталити. Да, да. И пассивку сразу рассмотрим. То есть, повышает шанс крита на 19%. То есть, идентичная пассивка Хви, я так понимаю. О первой части пассивки. Не все знают, как работает пассивка. Приведем к примеру. Вы походите на босса. Возьмем такой вот простой пример, как B10 гиганта. Вы на него накинули, допустим, 3 слота по 2 дебафа. Там, давайте этими дебафами будут... доты, да, почему бы нет. То есть на нем висит 3 слота, 3, я не знаю, как там, 3 черепка нарисовать, 3 черепка по 2 хода. То есть они ему должны будут снести. Если походит ваша панк и все идеально сложится, то есть вы продлите все дебафы на один ход. То есть будут черепки не по 2 хода висеть уже, а по 3 хода. Также это работает с расколом. То есть раскол можно повесить не на 2 хода, не на 3, а на 5 и на 10. И все дебафы, они также продлятся. Вы, наверное, зададитесь вопросом: а это также работает со станом и с заморозкой? Да, не поверите, это также работает и с заморозкой. Это вообще офигеть на самом деле. То есть если у вас прокнет Виолент, а Виолент на панге стабильно должен быть, никаких там фаталов, рейджа и тому подобного бреда, только Виолент. Во второй сет можете поставить, ну опять же, любой, наверное, комплект. Там уже можете там Блейд добавить, больше шанса крита будет, больше дамаги нанесете. То есть я ее советую сделать действительно такого саппортящего персонажа, который будет контролить все и вся. Я очень часто вижу на ГВшке такие пачки, приблизительно как очень быстрый Тайрон. Не всегда он в лидере, ну, иногда его даже в лидере ставят, и, допустим, такая пачка, как Тайрон, Бернард и Панк, может просто не выпустить всю пачку со стана на самом деле. Либо вместо Бернарда, знаете, кого можно взять? Можно взять Спектру. Почему бы нет? Если у вас есть какой-то Вучи быстрый, можно взять Вучи, Верада быстро. Вот мой Верад со 175 скорости, он тоже, знаете, закатит. Тем более с лидеркой Тайрона. То есть, к примеру, Тайрон ходит третьим скиллом, допустим, всех заморозил. После этого панк ходит по любому персонажу, по которому вы хотели, и делает ему стан не на один уже ход, а на 2 хода. Это вообще офигеть, да? Согласны? А если прокает еще Виолент, можете второго персонажа еще продлить ему там какие-то дебафы. И такая канителька может продолжаться очень долго. Многие бои вы можете прямо сейчас, вот я не знаю, после видео, точнее, погуглить, посмотреть, как работает панк. Это действительно тема. Но скажу так, персонаж тоже должен заезжать в качественные пачки. То есть она все-таки занимает место. И знаете, не хотелось бы, чтобы панк просто сдохла и вот не выдала свои полезности. То есть пати для нее вы должны рассматривать очень строго, продуманно, а не так от фонаря набрать: о, взял там какого-то, не знаю, Баретту из-за того, что у него куча дотов, буду продлевать пангами и доты. А толку от этого? Лучше взять какой-то там стан, заморозку и тому подобные скиллы. То есть вы должны очень четко просчитывать, где же взять эту панк. Но персонаж стоящий внимания, и знаете, я бы от нее не отказался для своей коллекции. Очень хороший персонаж и интересный сам по себе. Даже на того же, к примеру, гиганта накидать, допустим, 10 дотов и продлить их там на 9999. Блин, это на самом деле классно. Но все равно от этого толку нет, так как вы знаете, больше 10 дебафов нельзя накидать, и даже босс, когда подходит, сколько бы на нем дотов не висело, он снимет себе 50% за первый ход, допустим, ну и за второй ход он уже, конечно же, умрет. То есть она очень хороша будет даже где-где-где. Ну, некоторые этажи даже в башне она вам поможет пройти, то есть вы сможете заморозить там каких-то монстров, которые вас раздражают, бесят, там, раскол продлить и тому подобное. Но об этой пассивке очень много можно говорить, поэтому вот такие вот дела. Стоит ли ей прокачивать скиллы или нет, опять же, зависит от того, насколько вы ее часто юзаете. Скиллы никогда не помешают ей прокачать, поэтому почему бы и нет. Ран.
Вообще, очумевший персонаж, многие ее все-таки считают топом, но я топовость рассматриваю по юзабельности, а не по какой-то дамаге и тому подобному, ну, назовем так, бреду. Все-таки, ну, 9 из 10 людей, если выставить вот какую-то голосовалку, они проголосуют за Хву, я уверен, и это не просто мои домыслы, это факт. Ран тоже очень хороший персонаж, и знаете, ее можно где-то даже сравнить вот из всех персонажей с Хвой. Почему? Конечно же, если перейти к третьему скиллу. Так, второй скилл у нее, 3 дота, понятно, то есть крит шанс ей тоже нужен. Четвертый, третий скилл, дьявольский кнут. Атакует одного врага 4 раза и уменьшает уровень атаки на 20%. 70% шансов при каждой атаке. Оглушает врага на один ход, если уровень атаки врага на исходе. Если подробно рассказать об этом скилле, наносит мультиатаку, то есть 4 раза бьет. И с каждой атаки у вас 75% шанс, я не знаю, качается он или нет, ну уж простите, ран у меня нету. Возможно, качается, возможно, просто дамага увеличится, плюс еще откат на 4 хода. Вот, то есть на минус один ход, то есть 4 хода будет откат у этого скилла. То есть у вас есть возможность, если все там идеально прокнуло, к примеру, да, у персонажа 100% была атак бара, почти 100%, но вы походили первым, то есть ваша ран походила, и у вас все хорошо прокнуло, то есть вы персонажу спускаете атак бар до 20%. Но если ваша ран походила с таким вот раскладом, что у персонажа было там, к примеру, там процентов 50 атак бара, 60, пускай даже 80% атак бара, и она слила до нуля атак бар, она тут же станет этого персонажа. Это тоже на самом деле приятно, знаете, ну, здесь вряд ли это абсолютный стан. Мне кажется, все-таки резист есть этому стану, хотя бы как минимум вот этих вот 15%. Это мое мнение, я могу ошибаться, то есть я не имел возможности протестировать этого персонажа, и если он у вас 2 дня, и вы пишете, что 100% работает, это тоже бред. Этого персонажа нужно поюзать несколько месяцев, чтобы действительно убедиться, что стан 100%, абсолютный и всегда. Вот если, к примеру, взять ту же Тиану, это полярка ветра. Вот у нее третий скилл работает 100%, там не поспоришь. А вот с этими скиллами можно очень долго спорить. В чем плюс этого персонажа? Конечно же, слить атак бар. Возможность, во-первых, вы сольете атак бар, застанете персонажа, нанесете очень много дамаги. Так еще и сразу же походите по этому же, допустим, персонажу и его там добьете. То есть одна ран, один на один, если оставшись с какими-то там персонажами такими нерадивыми, она может и двоих убить. Почему? Потому что будет сливать атак бар, будет станить, будет закидывать кучу дотов со второго скилла, замедлять с первого скилла. Узнаете, один на один с ней не очень хотелось бы оставаться, то есть навалять она может. И это факт, я видел эти ролики на ютубе, классный персонаж, и я бы не отказался от нее. По рунам и всему остальному подобное, наверное, всем представительницам этого класса я бы одел бы Виолент. Ну как ни крути, но вот создан этот комплект просто для этих персонажей. Она чаще будет ходить, чаще закидывать доты, замедлять с первого скилла, с третьего скилла она будет чаще сливать атак бар, так еще и станет. Она превратится даже в дамажного контроллера персонажа, да, если это можно так назвать. И выразить. Ну, второй, четвертый, шестой слот обсуждать также не будем, потому что из всего того, что вы прослушали, сами для себя сможете сделать выводы. По Девилмонам, стоит ли в нее сливать или нет? Категорическое и абсолютное да. Да, в нее стоит сливать, потому что дамага вырастет очень сильно, особенно с третьего скилла. Короче, ран будет бить очень и очень больно. Вот в нее Девилмонов я бы, ну уж точно, не пожалел. Так как, знаете, ну не знаю, на моей практике мне выпало 2 или 3 Ракшаса за все мои там год с чем-то игры. Поэтому можно прождать еще очень долго, если качать, допустим, там какими-то ее подругами ей же скиллы. Ну, а решать, конечно же, в этом случае вам. Это все, что я хотел рассказать о сегодняшнем гайде. Надеюсь, он был чем-то для вас полезным. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Рекомендуйте меня друзьям, вашим сагильдейцам, тем, кто недавно начал. Скидывайте ссылку на мой канал. Вам не тяжело это, а мне приятно. И да, я буду, конечно же, этому рад. Чем больше нас будет, тем, конечно же, лучше. Не забывайте, что 16 числа, 16 апреля я жду всех вас. Даже если вы ни разу не были на стриме, пожалуйста, если вы смотрите это видео, ну, сделайте для себя какое-то там, я не знаю, удивление, удивите свой мозг и все остальное, да, свои руки, голову и уши. Придите на стрим 20:00, как пройти по ссылке, ссылка есть в описании, ссылка будет на экране, ссылка будет у меня на ютубе, ссылка будет у меня на, блин, ВКонтакте. Я не знаю, найти мою ссылку твича, это, ну, проще, наверное, чем погуглить что-то, на самом деле. Просто проявить 2 секунды желания, и вы окажетесь на стриме. Конечно же, зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность общаться в чате, чтобы иметь возможность выиграть аккаунты, какие-то.
которые я часто разыгрываю, и те, кто часто на моем стриме, они знают, о чем я говорю. Аккаунты действительно бывают веселыми, прикольными, и некоторые, знаете, даже сам смотришь. Если б я выиграл, я был бы не против. Ну, если б я, допустим, был бы новичком в этой игре, потому что стоящие монстры попадаются на низких уровнях, и даже этому я где-то завидую, потому что на моей практике игры такого не было. Также не забывайте, что я являюсь гарантом в этой игре. Если у вас намечается какая-либо сделка, вы хотите купить, продать, обменять ваш аккаунт, обращайтесь ко мне и не ведитесь на такие уловки от людей, которые сейчас вот злоумышленников, которых их все больше. Они пишут, знаете что, и советуют вам: привет, там Вася Пупкин, напиши мне, пожалуйста, свой логин и пароль, но сделай до этого привязку, у тебя же, наверное, привязка стоит на телефоне, на Фейсбуке, там на Google почте и тому подобное, как же я тебя взломаю? То есть я зайду на твой аккаунт, просто минутку посмотрю, какие же у тебя монстры, не обманываешь ли ты типа меня и все такое подобное. И многие, знаешь, соглашаются, смотрят на это, а почему бы нет, у меня же действительно привязка. Но на самом деле, народ, я это показывал в прошлом видео, то есть точнее, пятый выпуск механики и фишек этой игры, я там рассказывал и показывал это воочию. Если что, можете перейти по ссылке и посмотреть, конечно же. Я там все это показал и рассказал. Не ведитесь на все вот эти разводы. То есть, даже если вы не доверяете мне, там по каким-то вашим причинам, все равно используйте гарантов. Лучше заплатите там 10-15, я не знаю, кто сколько берет из гарантов. Я беру 10% за сделку. Лучше, так скажем, перебзеть, чем потерять все, абсолютно все. И, к примеру, ваши деньги, либо ваш аккаунт. Это, знаете, иногда бывает плачевно, особенно когда люди теряют аккаунты, а их стоимость там $300-500 и выше. Это вообще реально печаль, и таких историй очень много. Еще раз всем спасибо за просмотр этого видео, всем удачи, всем побед. На ГВ качайте правильных монстров, одевайте их также верно и смотрите мои рандомные гайды. Они выходят у меня в среду и в субботу. Всем спасибо, удачи, пока-пока и до встречи на моем стриме 16 апреля. Пока!